Так, друзья, сегодня сниму покатушку. Сегодня будем по автобану ездить. Он будет ехать на машине, а я буду ехать на мотоцикле. Так что сейчас зеркала настроим, чтобы все красиво было. Сегодня у меня предпоследняя покатушка. Так, ладно. Готово. Okay. Что-то он, походу, забыл. Так что, так вот, катаюсь на этом Suzuki Gladius 650. Пару раз я его уже ронял. Ну, он такой весь защищенный, как вы видите. Дуги со всех сторон на руле, так что ему пофигу. Ладно, пока заглушим. Hast du meine Tasche mitgenommen? Lass ruhig laufen. Hast du die Tasche genommen? Ja, ja. Alles okay, gut. Lass ruhig laufen, da ist mein Auto. Ja. Okay. Так, надо его подождать, чтобы он за мной выехал. Ну давай, что ты не едешь? А? Упс. Случайно нажал. Надо, блин, погромче его китоки сделать. Так, надо еще за ним постоянно следить, чтобы он не отстал на машине. Так. Едем по какому-то маршруту, я еще здесь ни разу не ездил. Что-то новенькое. Так. Так, смотрим, нет ли велосипедистов. Так, тут пока зона 30 везде. Mm-hmm.
Так, что-то я здесь потерялся. Сколько здесь? 30 все еще или полтинник? Так, сейчас прямо до самого автобана. Все светофоры собираем. Тут, в принципе, до аэропорта рукой подать. Знаю, где я. Не знаю, вот еду по городу, да, но вот у меня почему-то не возникает желания откручивать газ. Да тут и негде откручивать газ-то, ребята, вот, ёлки-палки. Какая разница, что у тебя под жопой, спорт, не спорт. Ты все равно будешь ехать от светофора к светофору. Тык-тык-тык-тык-тык. Вот он, автобан. Здесь можно уже немножко дать газу. Хотя по городским автобанам максимум можно 80. Сказал на следующем съезжать. Зачем, правда, не понял. Ну ладно. Так, вот сейчас задним тормозом оттормаживаю. Спокойно, без суеты. Вообще классно. Передний нафиг почти не трогаю. Ну, в таких обычных условиях. Он запланировал, наверное, в обратную сторону сейчас поедем. Наверное, сейчас отрабатываем съезд с автобана и обратно заезд. Типа разворот. Ну, заглохло, что ли? Ребята, вот
я не знаю, блядь, со 120 ехал, и мне как-то вообще дискомфортно было. Тут еще вообще, если так разобраться, ветрозащиты вообще никакой нет. Поэтому чувствуется все. Нога правая онемела. Такое ощущение, что мы едем куда-то в дождь. Ну, будем надеяться, что пронесет. It's the first time of today. Superhero.